Народ, всем привет! Приехали на весеннюю охоту на гуся. Сегодня пятница. Приехал я с Стасом. Стас там переобувается, сапоги одевает. Уже одну стаю гусей видели. Поднялась оттуда и пошла вот там на поле, села кукурузная. Воды нету. В прошлом году мы охотились в этом районе. Вода была, на лодке плавали. Ну, как бы, переходили там некоторые броды. Лодка нужна была. Сейчас воды нету. Можно сказать, поля сухие. Как бы условно. Дождь сейчас идет. Не было дождя, сейчас идет дождь. Тут везде кукуруза. Сейчас пойдем ставить туда наши скратки. Профиля поставим некоторые, чтобы забить место. Чтобы люди знали, что мы там уже заняты. Обозначить, что мы там будем охотиться. Ну и так, дождь. Сейчас настроение у нас обалденное, хоть и дождь идет, погода никакущая, стали в таком месте, такая вот местность, это все вот это, кукурузные поля, тут было зерно, или еще, я не знаю, что тут овес, тут будем стоять, пойдем туда охотиться. Где ты хотел сесть? Вон они летят. Ну вот это место мне всегда больше всех нравилось. У меня еще будет 10 дней. Все места посмотрим. Ну стайка небольшая. О, нам много надо, что ли? Нам надо сколько? Два штуки, правильно? Серега, ну да. Не надо, хорош. Я сейчас не гигиеничен. Не гигиеничен. Пошли, вот на их полях мотаются. Хорошо, что они здесь сядут. Так вот, ребята идут, что с нами, соседи наши стоят. А сзади них гусь он летает. Они не видят, наверное. И я их потерял. Или это гуси идут или нет? А, гуси, да, да. Гуси. Вот над ними идут. Они, наверное, не видят. Раз, два, да, три, четыре, пять, шесть штук. Они уже возвращаются. Возвращаются, да? Да. А гуси садятся на поле. Раз, два, шесть штук. Шесть штук пошло. Блин, хорошее место они выбрали. Ну да. А что они возвращаются? Они могут... Ну они на разведку ходили. Какая разведка? Надо им яму копать. Они какая-то разведка. Парни, если посмотрите это видео, сзади у вас гуси были, если вы не увидели. Да, шесть штук. Вон они, слушай, крутятся. Крутятся, садятся. Это лебеди или, блин, я не пойму, лебеди гуси, что ли? Гуси какие лебеди? Да вон лебеди сели. Или гуси. Блин, а, гуси. Хорошо. Лебеди. Сели он на этот, на кукурузу. Слушай, они на кукурузе, они на зиму на эту не садятся, на скошенную. Вон они сели. Вот еще вон пар. Вон, это же они крутанулись здесь среди. Только что, ну это они. Вот этих пар немедленно. Посмотри, на нас заходит, на нас. Поля кукурузные, то, что вообще радует. Кукуруза. О, кого-то сожрали уже, голубя что ли? Смотри. Ну вообще да. Вон сожрали кого-то. Цапля. Какая цапля, голубя теперь. Синий. Кто-то стрелял он, патрон. Ну это осенние. Может. Вот они, вообще. Сзади сели. Да, да, утка ведет. Так, ну решили встать посередине поля. Посередине поля канавы тут. Арык, на них говорят. Арыки. Стас там он станет. Вот, а я стану в том месте. Вон то месте, тоже арык, вот тут. И между собой поставим 60 штук чучел гусиных. Как раз будет гусь с той стороны заходить. Тут уже скоротков, конечно, дохренища. Там. Как и в прошлом году, прессинг тут пиздец. Они ушли, заметили меня. Не надо сейчас палиться. Ну, они увидели это белым пятном на поле. Ну а мы не стреляли, они не шуганы, нормально. Через деревья пошли. Ну они то, что нас увидели. Они нам
Нет, ты видел? Они крутились сюда, они у меня видели. Я-то белое пятно на поле. Светлое. Нет, дорога, я знаю. Рядом с этими деревьями, чуть-чуть сюда. Ты упиздил как раз две дороги. Между, блядь, той дорогой и между той. Ну это херово? Ну хуже, чем, блядь, на дороге стоять. Если ты сел там, ты прямо на ихней дороге сел. И заход, ты бы стрелял первый. Сейчас будут заходить, я бью на тебя все, что осталось. Если ты садишься там... Они заходят, ты бьешь на меня, что осталось. Ну так, роем сейчас наши скоротки. Сейчас первый Стас роет, я ему помогаю. Ну как помогаю, стою. Аморально я. Ты как этот, как крот роешь, блин, земля летит. Смотри, блин, слушай, она сухая, она промокла, только я не знаю, она там вообще надется. Бомба. И сидеть будет сухо. А ты не слишком маленький сделался? Хотя ты маленький сам. Расшириться всегда можно. А сузиться ты уже не сможешь. Не, нормально. Я сейчас на той стороне, он там он сделает, тоже будет зашибись. Вообще обалденно. Даже лучше, чем будет, чем там. Там вообще фигня, тут вообще будет круто. Не знаю почему, но мне так кажется. То, что тут уже, видишь, гуси крутились. То, что они меня увидели. Если бы меня не увидели, они бы нашли сюда. Стопудово зашли. Хуй ты в центре поля сидишь. Ну да. Тут раньше вода была хорошо, я скидывал. Да. Да ладно, нормально и так. Патронтаж новый купил, сейчас заряжаю. Сидим с товарищем, чаек погоняем, сейчас уже готовимся. Сейчас, наверное, к вечеру понесем еще чучела, чтобы оставить. Буду стрелять от 2.0. Высокая скорость. Все в контейнере. Серег, патроны. Троек? Да. Вот тройка, магнум, бомба. Если гуси выходят до 40 метров, не надо тебе единицу ставить. Ну, вот ну у меня 2.0, ну давай, тройка. Не надо до 40 метров. Ну это да. Вот это вот, вот. Пару патронов тройки тебе. Ну, вообще бомба. Отлично. Это вообще просто грех. Отлично. Ну, патронтаж забиваем как раз. Патронтаж новый вообще, только-только купил. Вот. Был на выставке, купил его. Еще не пробовал. Посмотрим, вот в чем это, как раз. Это мой дермантиновый. Вот он. Ну это старый сюда. Дедовский. Это дермантиновый. Еще батя старый. Охотился. Да, вот посмотри. Вот это самое отличное. Да, отлично. Так, смотри. Тут какие. Вот этот вот реальный. Ему, блядь, 60 лет, Серег, смотри. Патронтажу, что ли? Да. Вот патронтаж кожаный. На 32 патрона. Ни хера себе. На 36. Я таких еще не помню, когда видел. Вот он, это гусиный, реально. Вот его заряжаешь. Каждый картечь 12. Бомба. Вот его я возьму ну, с собой. Ну вообще отлично. Это самый обалденный белолобик. Гадалки не ходи. Палка, палка в шее стоит от суши. Нога. Вот он сейчас смеется, завтра будет радоваться. Не, нормально все. По полю лазим. Мы, короче, вдвоем только по полю ходим. Гусь у нас самый вон тот. Не знаю, в какую он роль будет играть. Но для стаи это наполнение. Это нормально. Сейчас делаем специальную рассадку. Я не буду озвучивать, какую рассадку, дабы не болеть контору. Какой схемой мы будем сажать их. Но результат посмотрим завтра. Вечером уже какой у нас будет. Но в целом у нас позитив. Скажи, настрой сумасшедший. Сделали мы все. Все делаем. Еще не сделали, мы делаем все то, что у нас было. Все, что от нас зависит. Но да, если все то, не что... прилетят, да. Шалаши у нас вообще мы сделали, сравняли с землей. С арыками, с этими сделали шалаши. Так что у нас обалденно все, думаю, будет. Если запятая сработает, так и будем работать. Я понял. Гусин крутится, он на нас идет. Вот эта стая на нас идет. Вот идут. Высоковатый, там уже стреляют вдалеке. Вот они.
там скородок тоже. Стая ушла, ушла стая. Снежища ужасов валит. Нехуй ходить сюда. Лупим? Давай. Нет, нет, стой. Блядь, нормально. Бьем, бьем, подожди, бьем, подожди, бьем. Пропускай, прям. Вот. Бьем! Вот того я бил. Браво. В этом году плохо с гусем. Весь по высоте идет, потому что народу много, только чибис он летает. И все. Блять. Не торопись, далеко. Неужели не один, сука? Слушай, включи это, у тебя пульт с собой? А ну включи, попробуем. Они вообще ничего не предусмотрели. Это хуйня болтается. Это хуйня болтается. От болтанки все откручивается, блядь. Короче, купили махокрыла, кто смотрел на выставке. Братан, твое как бы первое впечатление об этом махокрыле. Берите, берите. Очень. Короче, все болтается. Благо, что на поле. Не берите это говно, реально говно. Это как бы испытано охотой. Мы только сидим с 3 часов ночи, с утра. Мы уже задолбались его крутить, Стас. Вначале я не знаю, крылья раз отвалились. Пять. Да, да, крылья отвалились. Внутренние, залезть невозможно. Короче, дурдом, не берите это махокрыло. Включи эту кнопку, посмотрим, что он будет это махать. Это хорошо, что на поле, а если, представь, на болоте. Все, попадали в крылья, поутонули. Если его трясет. Если отвалишься, хана тебе. Затоптаю в землю. Все, вибрация такая. Слушай, он вибрирует, знаешь, от чего? Знаю, железяка. Да нету. Вот эта железка, она вся болтается. Смотри, короче, говно, блин, реально. Пошли. Вот они идут. Высоко. Все по высоте идет. Все по высоте. Журавль, да, журавль. Я вижу, вижу. Вот он, журавль. Серег, я так понял, пока оцепление не снимут. Слышишь, я говорю? Да. Пока оцепление не снимут. Толку не будет. Мы в окружении, в плотном кольце, в тройном кольце. Они не дадут сюда что-нибудь пролететь. Устал? Они не дадут сюда чего-нибудь пролететь. Надо ждать, когда снимут отцепление, когда будут бухать. И тогда мы возьмем своего гуся.